Секреты долголетия и способы улучшения качества жизни. О такой теме поговорил врач-терапевт с саровчанами в рамках проекта «Серебряный возраст. Гордость России». Врач рассказал ветеранам о важности правильного питания, физической активности и психогигиены, о том, что такое гиперхолестеринемия и о рисках развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это было пятое, заключительное мероприятие проекта. Участники также встречались с юристом, гинекологом, урологом и психологом. Первая встреча с юристом, который ответил на вопросы мошенничества, то, к сожалению, в чего попадают и чаще всего наши возрастные уже люди. Вторая встреча была проведена психологом, также сотрудником нашей организации, клиники. Интересное было общение в рамках круглого стола, было чаепитие, был диалог и, в общем-то, такая живая атмосфера. Проект «Серебряный возраст. Гордость России» с 2019 года реализует Союз организаций атомной отрасли «Атомные города». Пожилых людей обучают основам юридической и финансовой грамотности, проводят мастер-классы, устраивают вечера отдыха и культурно-массовые мероприятия. Организаторы впервые ввели в проект тему здоровья и профилактики заболеваний. Более 200 саровчан смогли бесплатно сдать анализы и на их основе получить консультации профильных врачей. Зачастую, как наши специалисты подтверждают, некоторые заболевания не появляются, а, так скажем, усугубляются. Именно потому, что пациент просто не знает о том, что это не норма. Он привыкает к этому, живет, тем самым, как снежный ком, накапливается, и в итоге уже получаем то, с чем не всегда легко справляться. Поэтому одна из целей таких мероприятий – это информирование. Мы говорим на самом деле о банальном, но когда говорит это врач, мы слышим лучше, наверное. Все участники мероприятия получили специальные просветительские таблички, которые содержат информацию об основных показателях здоровья. Проект «Серебряный возраст. Гордость России» завершился до следующего года. Но лекции о здоровом образе жизни и долголетии специалисты планируют провести в Сарове еще не раз. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.